Всем привет, с вами СивПро, и сегодня вторая часть прохождения карты пилы в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, если кто помнит, мы остановились вот на таком паркуре. Ну давайте сейчас мы его по подсвинкам пройдем. Смотрите, там есть вторая дорожка, ну я не знаю, куда она ведет, но мне кажется, она ведет в тупик, но эта дорожка точно ведет к выходу. Так, пока что все идет гладко. Ну вот здесь вы видели, нереально пройти 4 блока расстояния. Ну не просто невозможно допрыгнуть. Ладно, там если паркур шел бы вниз. Да, еще можно было бы пройти, но тут нереально долететь, просто нереально долететь. Еще смотрите, около двери стоит огонь. Так и так мы бы загорелись. Давайте я попробую его потушить. Ну, как видите, ничего не входит. Поэтому карта маленько недоделана. Если ставить оценку, то по первым трем испытаниям карте можно поставить только 3-5 балла. Так, ну что ж, это у нас водяной паркур. Это уже, надеюсь, полегче, блин, прям перелетел. Ну, попробуем еще раз. Так, залезаем, прыгаем, и ничего не удается. Да. Здесь я просто скользнул. Ну, давайте еще раз. Так, здесь я вообще тупанул. По полному. Если у меня много раз не получится, то я начну хитрить. Ну, это уже... Я не знаю, как это объяснить. Ну, на верхний блок, мне кажется, запрыгнуть нереально. Так как он находится слишком высоко, или расстояние между ними слишком далекое. Ну, или нужно очень сильно постараться. А для этого нужно как минимум, наверное, минут 10. Ну, и сейчас давайте попробуем... Наверху этого блока поставить кровать. А, хотя кровать не поставится. Ей нужно 2 блока. И смотрите, под воду она тоже не ставится, потому что ей мешает вода. Но прыгаем. И, конечно, мы не прыгаем. Так, а у меня есть идея. Давайте возьмем эту землю. И, кстати, кто заметил, что земля под водой, или камень, или какой-то любой блок, ломается в 2 раза медленнее. Эта фишка была на ПК. Теперь эта фишка есть и у нас в обычном Майнкрафте. Ну, наверное, все уже заметили это. Так, и здесь мы будем хитрить. Ну и похитрим еще здесь, на всякий случай. Так. 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 И пока уже паркур становится легче. И здесь мы опускаемся вниз. Вот, если там было такое опущение вниз, спуск такой вниз, то мы запросто допрыгнули там. Ну, кажется, я не пройду этот паркур до конца. Ну, и сейчас я опять хитрю, конечно. Как же без этого? Так. Ну, это вообще я даже не прыгнул. Такое бывает. Ну, и такое бывает. Да. Со мной это часто случается. Ну, и мне не везет с этим паркуром, поэтому пора, наверное, заканчивать. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.